И что там? Так, а на судака что-нибудь? Ну, на судака очень много. На судака мормоджиги, на судака джиг-гоблеры. Как вы рыбачите, активно или со спиннинга шутки? А фотки со спиннинга? Зимой не рыбачите? Нет. Объясняю. Вот называется мормоблёс или мормоджиг. Видите, да? Mm-hmm. Вот мы видим. Вот мы, наша мормушка, 25 граммов. Она можно и в отвес зимой в лунку, и в отвес летом в флотке. Вот летний вариант заснул, зимний вариант. Рыбушку подцепили и начинают рыбачить. Наступает лето, надо тело гидродинамичное, вы одеваете, кто-то одевает виброхлот, кто-то одевает виспер, кто-то одевает октопус. Вот, видите, получается. Великолепно получается проводка, оснастка на проводку, на ступенчатую проводку и на волочину. Физика тела. Заходим в проводку. Как только начинаем проводку, сразу в работу включается что? На песочнике идет интенсивное вот здесь на боковом линии. Колебания хвоста, виброхвоста отпишется на боковую линию. Как раз на ультрафиолет с явно выражен точки боя на зрительной нерве. А одели вкусовую резину на сосевые. То есть сна сделана по всем канонам рыболовного искусства. Вот это наступ, верхом на волосы. Донная рыба щука, туда донная рыба сом. Вот это сделано немножко по-другому. Вот видите, два шарика. В России вы найдете такие, такого образца, такого содержания. Свинец-свинец. Свинец-вольфрам. Она будет всегда сидеть вот так, здесь просто ее тоже для, как мормушка. Но физика тела не страдает. Вот смотрите, она будет висеть так, что кочка ведет сюда-сюда. А вот эта мормушка, площадь отклеения большая, во время подъема она как балансирует, уже в ней заложена игра. Но не менее эффекта оснастки другого. Вот я опять зимой рыбачу на судака с подсадкой рыбки, наступает лето. На это дело я опять одеваю, что мне нравится. Можно твистер, вот он, можно виброхвост, можно автобус. Вот эта снасть, какую проводку будете проводить, значит подняли эту снасть. Пауза, остановка. Значит, начинается стадия фаза падения. Вот шарик имеет получить, если это свинец, если полистировый шарик, плавающий, поняли, да? Вот такие плавающие. Вот. Он не кипячок падает, а медленно зависает. Падает медленно, вращается лепесточек, колеблется. Вот, медленно зависает, падает, спекается в грудь, будет грязь поднимает, и в это время хищник атакует. Здесь фаза падения. Почему говорят, ойман была, восхищается ее. Там только единственное, что она получится, фаза падения. Вот эта ступенька волочения, это фаза, значит, падения. Вот это на судака. Да, друзья. Немного другого я ожидал от этой выставки. По большому счету, блин, обычный магазин охоты и рыбалки. Авторские приманки, в принципе, прикольный отдел. Мужичок уже отошел. В общем, один единственный отдел, который хоть как-то заинтересован. Текстиль продают. То есть, что получается у нас? Вот эта вот часть, большая часть зала забита водомоторной техникой. Средствами передвижения, как здоровье. Здесь вот около раз, два, три, четыре, пять отдельчиков с рыболовными снастями. Текстиль здесь больше для охотников. Предоставлены ножи, всякие разные,
крупных производителей рыболовной, рыболовных аксессуаров, спиннингов, снастей. Здесь я не увидел. Что меня очень сильно расстроило. Это даже, как я уже сказал, не выставка, а ярмарка. Выставка вот до моторной техники. Вот здесь их продают. Точнее, здесь их показывают. О, вот это тоже прикольная штука. Правда, предназначение его не понятно. Городской трехколесный мотоцикл. Сейчас присматриваюсь к снегоходам. То есть вот стоят два снегохода, но есть еще побольше. Стоит он что-то порядка 140 тысяч. Смотрел на сайте. Напишите, друзья, в комментариях, стоит вообще рассматривать такие вещи или нет. Меня привлекает именно марка Charmax, потому что у меня мотор, который меня не подводил. Ну, как бы, цена тоже интересная для снегохода. Ну, если не учитывать того, что у меня и этих денег сейчас нет. В общем, как-то так. Вот красная дорожка. Пройтись по красной дорожке. Я думаю, мне целого дня не хватит, чтобы здесь все обойти и исследовать. По факту, приехал я к 10, сейчас 10:30, я уже все посмотрел, все изучил. Гриша сидит, грустит, я бы тоже грустил, если бы мне пришлось здесь сидеть целый день. Но, друзья, на этом выставка наша заканчивается. Ничего интересного для себя я не увидел, возможно. Вы для себя увидели что-то интересное, но если хотите попасть на действительно хорошую выставку, то, видимо, нужно ехать на выставку охоты и рыболовства в Москву. Ну что ж, это, наверное, все. Без приветствия. Вряд ли вам понравилось это видео. В любом случае, переходите на мой канал, посмотрите хотя бы рыбалку. Посмотрите хотя бы видео. Вместе со мной с рыбалок, они намного интереснее, чем данная выставка. Всем спасибо и до новых встреч.